В Дагестане уничтожены 4 боевиков из так называемой хасавюртовской группировки. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, операция проводилась в окрестностях села Куруш. Бойцы спецназа ФСБ обнаружили бандитов в лесном массиве. В ответ на предложение сдаться, те открыли огонь и попытались вырваться из зоны оцепления. В завязавшейся перестрелке преступники были уничтожены. Их личности уже установлены. Все они причастны к убийству имама сельской мечети в сентябре этого года.